таким вот образом. Потом вот садите малыша лицом к себе, лицом от себя. Вот эту часть вы уже застегиваете непосредственно. Ну, это уже когда отрегулировали. И вот вместе с малышом вот так вот аккуратненько одеваете. И все. И вот здесь вот будет малыш. Ну, только спереди, да, можно? Спереди вот здесь вот карман получается. Нет, ребенка не видит. Ну и вот куклу можно, получается, сюда же. Было понятно. Некоторые делают ручки, чтобы вот отсюда было. Но это вообще по правилам неправильно, да. Вот так вот оно зафиксировано, ручки у нее тоже как бы двигаются.